Привет-привет, мои дорогие скрапушки! Сегодня продолжаем работу над нашим альбомчиком. Главное, на что я хотела обратить внимание, нам понадобится бумага плотностью А4. Это может быть тетрадный лист или старые ненужные бумаги. Теперь внимательно наблюдаем за процессом. Это комплект ножей с Алиэкспресса, есть такой волнистый и прямой. Обратите внимание, страницы надо клеить к зеркальному отображению. Пришло время оформить наши вкладыши. И здесь я использую бумагу для обертки. Когда-то я работала в типографии, и эту бумагу выкинули из-за качества принта. Ну как выкинули? Отдали мне. В следующем видео оформим обложку и поработаем с дополнительными клапанами и кармашками. Будет интересно, не соскучитесь, подпишитесь на мой канал, дальше будет только самое интересное. Собираем украшения на нашу обложку в одну композицию. Теперь пришло время работать с клапанами для альбома. Необходимо найти старые и ненужные конверты и хорошенько подумать, как повыгоднее их использовать для нашего проекта. Можно, конечно, купить и новые, они не так уж и дорого стоят. Вот один из примеров. Если ваши конвертики длинные, как у меня.
Рекомендую померить так, чтобы на передней и задней части поместилось полноценное фото, а внутри тежик. У меня после всех манипуляций с конвертом остался еще маленький кармашек, и я его использую. Отступив от края 1 мм, необходимо вырезать, чтобы туда вошел тежик. В следующем видео мы оформим кармашки и клапаны, а также подумаем, где их получше расположить. Благодарю, что досмотрели до конца. Если понравилось, нажмите лайк и подпишитесь на мой канал. Нажмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди много интересного. Скоро увидимся. Пока-пока!